Жители края призывают не хранить деньги в кубышках. Сбережения должны работать на экономику, считают финансовые эксперты региона. Сегодня они приняли участие в конференции, посвященной перспективам развития финансового рынка края. Центральная тема конференции – возможности использования разных финансовых инструментов. Как выяснилось, предприятия и население нашего края, в отличие от других регионов страны, весьма неохотно прибегают к таким финансовым продуктам, как инвестиционное страхование жизни, ценные бумаги, в том числе акции и облигации. Алтайский край, говорят эксперты, отличает особая сберегательная модель поведения. До 60% населения никуда не инвестирует накопления, предпочитая их хранить дома. Причин тому несколько – низкая финансовая грамотность людей и недоверие финансовым институтам. А между тем, подчеркивают специалисты, инвестиционная активность населения способна не только повысить благосостояние людей, но и улучшить экономику как отдельного региона, так и в целом всей страны. Мы приветствовали бы, безусловно, если бы население те средства, свои сбережения не хранило у себя в кубышках, а вносило бы их, инвестировало бы в акции, облигации, инвестиционные займы, собственно, с тем, чтобы деньги именно работали на экономику края, на экономику страны. Собственно говоря, и это все в интересах населения.